Страйкбольный газовый карабин М4А1 от производителя из Японии компании Tokio Marui. В комплекте есть сам карабин, магазин для этого карабина, инструкция, небольшое количество шаров и заглушка на ствол. Материалы изготовления: пламегаситель, ствол, верхний и нижний ресивер, труба приклада выполнены из алюминиевого сплава. Цевьё, рукоятка и приклад выполнены из ударопрочного пластика. На прикладе и на газблоке есть антавки для крепления ремня. Штатные прицельные приспособления, регулируемая мушка на высокой базе и регулируемый диоптер на съемной рукоятке. Рукоятка переноски съемная. В верхней части ресивера есть респланка для крепления прицельных приспособлений. То есть вместо штатных прицельных приспособлений вы можете сюда поставить оптику или коллиматор. Внутри этого карабина стоит газовая система Z-System от Tokio Marui. Приклад телескопический с возможностью регулировки по длине. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо извлечь задний пин, открыть ресивер, извлечь затвор. Регулировка происходит с помощью колеса, которое находится в передней части верхнего ресивера. Для стрельбы из данного привода вам понадобится грингаз. Баллон с грингазом вы можете приобрести отдельно. Чтобы начать стрелять, необходимо зарядить магазин шарами, заправить магазин грингазом, обратите внимание, что у карабинов от Tokio Marui клапан шумный, примкнуть магазин, взвести затвор и можно стрелять. У данного карабина затвор двигается, есть имитация отдачи. Когда шары в магазине кончаются, затвор встает на задержку. Чтобы снять затвор с задержки, необходимо нажать на клавишу сброса затворной задержки. Органы управления: спусковой крючок, кнопка отмыкания магазина и переводчик режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения. Это автоматический огонь, одиночный огонь и предохранитель. Для данного привода подходят газовые магазины М4 серии МВС от Tokio Marui.